Журнал Казанского федерального университета «Лобачевский Journal of Mathematics» с 1995 года публикует научные статьи по широкой математической тематике и в том числе охватывает области научных интересов великого русского математика Николая Ивановича Лобачевского. У нас уже издавались журналы по математике, но не было журнала, где бы упоминалось имя Лобачевского. Главным редактором этого журнала с самого начала был академик Сергей Петрович Новиков. Это московский математик, выдающийся математик, лауреат Филдсовской премии. Он долгие годы работал главным редактором этого журнала и привлек внимание математиков со всего мира. Лобачевский Journal of Mathematics был первым российским электронным математическим журналом. На данный момент главным редактором журнала является профессор Высшей школы информационных технологий и интеллектуальных систем Казанского федерального университета Александр Ильзаров. Успех журнала во многом обязан энтузиазму, таланту Александра Михайловича. Ему удалось действительно созвать звездный состав математиков. Наиболее заметные фигуры казанской математики участвуют в коллегии этого журнала. Есть много зарубежных, очень хороших математиков. Это вот американский математик Стефан Лем, из Китая есть математики, из Западной Европы. С 2008 года данный журнал увеличил количество выпусков с 4 до 12 номеров в год. За последние годы он постоянно улучшал свои позиции в рейтинге Scopus, поднявшись с Q4 до Q2. В базу данных Scopus входит более 23 тысяч изданий от 5 тысяч международных издателей. Все журналы распределяются по четырем квартелям от Q1 до Q4. Система квартелей позволяет объективно оценить качество и уровень журналов. Это более-менее объективная картина. Это считается большой удачей, если мы попали в Q2. Это связано с тем, что узнаваемость нашего журнала во всем мире становится очень высокой. Внимание математиков, крупных математиков, и они становятся заинтересованными опубликовать свои работы в нашем журнале. Существенное повышение рейтинга журнала будет способствовать информационной поддержке математической школы Казанского федерального университета и повышению общего позиционирования вуза в мире. Кроме этого, большое значение для Казанского федерального университета имеет журнал «Ученые записки Казанского университета», который был основан в 1834 году по инициативе ректора Казанского университета Николая Ивановича Лобачевского. Поэтому сегодня математики КФУ ставят перед собой цель также повысить узнаваемость и рейтинг журнала «Ученые записки Казанского университета». Эльвира Зорина, Универньюз.